Короче, скачал. Привет, паник. И сейчас будет паник. You're about to start the game for the first time, and you haven't read the... Я не прочитал инструкции. И игра предупреждает меня. Говорит, давай инструкции. Ну, давай. Так, что-то там мыши, shift. Это спринт. Pause, escape, movement, ASDF. Это вся инструкция, да? Все остальное читать я не буду. Думаю, на месте разберусь. Так. А ты что у нас? А. Возможно, стоило прочитать инструкции. Так, будильничек прозвенел. Возможно, что-то сейчас будет. Наверное. Что? Что? А ничего не происходит. Зачем вот это вот? Ты кто? Вы кто? Что вы делаете на моей кухне? Сразу двумя руками можно бить. А ну, пошли вон! Это моя кухня. А зачем? Возьму фулл стамину, потому что я не знаю, зачем генераторы, и я их хп, между прочим, ниже, или это не генератор, или что, это лимон? Какой-то лимон. А, ладно. Просто лимон. Что здесь? Ложка. Шли вон. Вон, поварёшки по голове. Так, я вообще-то тут варю, что-то варю. Нож, скалка, что-то еще. Зачем вот эти пончики? Здесь конфет. Что это? Я думал, это будет ускорять скорость, но что-то как-то не особо она ускорилась. Скорость. Нет, сломали генератор. Нет. А что? Ну, генераторы вот. А если второй сломается, то что будет? Все, ГГ, ВП. Это что такое? Кто вы такие? Какие-то тефтели огромные. А, мне об этом никто не говорил. Так она еще и бьет два раза. Конфеточка.
То есть я покупаю два раза, получаю что-то новое. Так, хорошо. Допустим. Что здесь? Здесь непонятно что. Я так и не понял, что там. Здесь нас пытаются сломать нашу печь, лимоны и всякие остальные ребята из холодильника. И сейчас они, кажется, все это сделают. Но я буду сражаться до конца. Да, о, куриная ножка пришла. Так. Я не хотел это... Ладно. Случайно наступил. А где? А, так она стреляет. Ничего себе. Хорошо. Так, лимонов буду дальней атакой всяких ребят, как получится. Вообще, как я понял, лучше всего ориентироваться по часам. Каждые 15 минут ребята приходят. Судя по всему, даже секунд, наверное. Ну вот захотелось мне сказать, что минут. Приходят ломать мои печи. А что? Ах ты какая. Full health, 30 max health и починка генераторов. Не знаю, мне ничего не нравится оттуда. Так, это все? Понял. Что ж, буду с тяжелой артиллерией. Хорошо. Молоток. Судя по всему, отбивной. Давайте. Ха. Ты кто? Сахар? Что это все? Ах ты! Нож куриный. Ах. Ты же за 250 денег купил ничего. Энергии не хватает, чтобы драться почаще. Ребята просто берут и расстреливают мой генератор. Давай починим его. Я не знаю, сколько у него хп, но пусть будет полное. Так. Надо взять одну колотушку. Ого.
О, бублик. Энергии не хватает. Так. Хорошо. А, на спринт энергия тоже тратится. Вот почему мне ее постоянно не хватает. Получай. Ну что, ты оказался недоваренным пончиком? Отправляйся обратно. Вот. Так. Хорошо. Тут бублик подкрался. Давай. ХПшечку взял в апгрейдах, потому что здоровья было маловато. Хорошо. Сахар не задел. Ау. Взял две колотушки-молотушки. Это что? Рандом Weapon. Да катану, чё уж там. Два урона всего. У меня колотушка за 250 наносит по 27 на 3 раза. Или у нее прикол в том, что она энергию не тратит? Да нет, вроде тратит по 10 целых. Так, допустим. Не успел. Хорошо. О нет, мой генератор сломали. И что? Пришел босс? Или кто это? Вау! То есть, если ты... Твои генераторы ломаются, приходит вот эта штука тебе в теле и начинает тебя бить просто. Или что? А если ты... Так, ну это просто кастомизация, как понимаю, или... А, вот. Обилки есть, на которые у меня нету ничего. Нету. Веток.
для них. Ну, теперь я примерно представляю, что здесь происходит, и будет чуть-чуть проще. Так и не понял, зачем третья комната? Ну, зачем-то она нужна. Сейчас я попробую одолеть босса на какой-то там волне. Перед этим нужно быть готовым. Нужно быть готовым, нужно, чтобы у тебя было полное здоровье, какое-то крутое оружие, возможно. Например. Так, например. А я не помню, где классное что-то. Не знаю зачем, но возможно монетки дают прирост монеток, возможно. Давай мне еще один нож. Хорошо. Сейчас я накоплю монет 250 для вот этой штуки, которая стреляет и стреляет просто. Почему бы и нет? Опа, ножничками. Но это не сложно, когда ты уже знаешь примерно, что происходит. Так. Потом можно сразу накопить на вот эту штуку, либо на эту. Эту я уже брал, получил ничего. Вот эту я еще не брал, надо попробовать. Помазал его так. Ой, стой! Кто тебе сюда разрешал? Зря я, наверное, взял эту штуку. Молоточку все-таки покруче.
какие-то бесполезные улучшения. Нет, скорость там, например, или какую-нибудь... Скорости достаточно было бы, в принципе. Скорости бега. Давайте, ребята, быстрее. Нужно накопить 1000. Потом я позволю им сломать генераторы, чтобы вызвать этого. Босса или кого там. И посмотреть, что произойдет. Что произойдет. Так. Ну, я ж тебя смотрю. Отбиваемся сразу от нескольких ребят. Одних бьем, других стреляем. Так. Я только сейчас обратил внимание, что музыка какая-то странная, ну странноватая немного. Хотя? Нет, странно. Получил лицо от куриной ножки. Так и хотят все на нижний пойти. Давайте, ребята, где вы? Братья Лимоны.
Так. Вот и бублики. До 1000 не хватает. 59 монет. На следующей волне, я думаю, уже накоплю. Накоплю и получу вот эту штуку. А! Итак. Что это такое? Случайная способность. Возьму вампиризм. А если у меня есть вампиризм, то хп мне не надо, наверное. Но вампиризм работает только при ближнем бою, было указано. То есть сейчас я могу немножко похилиться и, возможно, быстренько накопить еще 1000 на улучшение, и уже тогда с большим шансом, чтобы выиграть босса. Так и сделаю. То есть сейчас я взял скорость вместо хп, хотя должен был взять хп и пойти на босса, но вампиризм. Вампиризм поменял все мои планы. Так, важно атаковать их в ближнем бою, чтобы получать здоровье. Так. Атаковать и не получать урона. Уже почти полностью вылечился. И накопил 500 монет. Довольно быстро, между прочим. Вау. Такс, 679. Еще немного. Конечно же, скорость. О, куски мяса. Бакон. Так, на следующей волне, думаю, уже мне хватит денег, чтобы купить апгрейд. Так оно и будет. Плюс мне дали деньги за что-то только что. И еще. Еще одного. 1000. Горячие генераторы. Враги получают урон, когда стоят рядом с генераторами. Сейчас мне это не нужно, хотя интересно. Fast Stamina Regeneration. Восстановление стамина происходит на 25 быстрее. Жесткая кожа.
шанс, непонятно какой шанс, отразить, то есть в ноль увести весь урон, который, когда получаешь урон. Думаю, второе. Быстрее регенерация. И пусть они ломают эти генераторы, а я посмотрю, что там. За 10 монет мы можем купить 9. За 10 конфет мы можем купить 9 конфет и получить доступ к вот этому конверсии денег конфетки. Судя по всему, эта комната нужна для какой-то пассивной обработки чего? Пончиков? Да, каждый пончик дает 10 монет, судя по... Да, даже не 10, это по 12. И эта комната нужна. Не, ну сейчас-то будет проще, если он не будет там что-то другого делать, в принципе. Я буду просто от него бегать, и он меня даже не догоняет. Ну вот и все. Game over. То есть это конец. Конец игры. Но успешный ли он был? И какие-то пассивные способности, которые даются на прохождение всей игры, судя по всему. Ну, допустим, вот я возьму вот это вот. Да, это выбирается что-то одно. Понятно. Вот такая вот игра.